Концертную программу для ветеранов города организовал Нефтекамский автозавод. На протяжении 2 месяцев сотрудники предприятия и их дети принимали активное участие в различных конкурсах, подготовленных профсоюзом. Здесь они состязались в навыках петь, танцевать и рисовать. Одной из таких акций стал конкурс фронтовой песни. Лучшие номера были отобраны для гала-концерта, который прошел в пятницу во Дворце молодежи. Такое внимание к ветеранам со стороны организации не осталось незамеченным. Мне нравится, что это юбилей, юбилейный год. Вот, очень приятно, что уважаете нас, не забыли. И, конечно, очень приятно, когда вот так особенно радуете нас. И с концертом, возможно. Итак, все, что я ему желаю, всего хорошего, чтобы было тихо, мирно всегда на земном шаре. Кроме того, в Нефазе среди автозаводчан проводился конкурс рисунков. В нем участвовали дети сотрудников предприятия. На выставке насчитывается около 1000 работ, не говоря уже о многообразии поделок, среди которых письма, треугольники, куклы и многое другое. Первый конкурс – это открытка ветерана. Конкурс рисунков, так скажем. Мы провели ее в нескольких номинациях. Это с 4 до 6 лет, с 15 до 18 лет, с 12 до 15 лет и с 7 до 11 лет. 4 группы номинаций. Всего рисунков нам подало на конкурс порядка 80 человек. Кто-то подал по несколько рисунков, 1, 2, 3, ну, у него шансы возрастут, естественно, больше. На концерте ветеранам подарили письма-треугольники со словами благодарности за мирное небо над головой. Торжественное настроение по случаю празднования 70-летия Победы набирает обороты, и вскоре мы сможем увидеть его самую главную часть. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».